Вообще, когда жената посадили, Асель не согласилась уезжать с недостроенного дома. Оборудовала вот комнатку, это 3 на 4 комната. Здесь играют вот дети до сих пор. Пол земляной, но постелены поддоны. Вот тут вот она была и кухней, и спальней. Вот тут печка. Она топила целыми днями. Активисты Экибастуза привозили ее уголь, и она целыми днями топила. Боялась, что дело мужа, который он начал строить дом, развалится в том отношении, что соседи разворуют, разнесут. И она жила вот в таких нечеловеческих условиях. Вот это, если не верите, могу показать. Это не пол, это поддоны вот стоят, настелены ковры, чтобы это детям было тепло, чтобы они могли ходить. Но в то же время здесь очень сыро, потому что пол этот земляной. Вот он, земляной пол, вот он, видно его.